Национальная компания «Казахфильм» имени Шакена Айманова, продюсерский центр «Гала-ТВ», при участии кинокомпании «Кинопром» представляют фильм-концерт «Вокальные параллели». Эрик Курмангали, заслуженный артист Казахстана, контртенор. Роза Джаманова, народная артистка СССР, сопрано. Араксия Давтян, заслуженная артистка Армении, сопрано. Бибигуль Тулегенова, народная артистка СССР и Казахстана, кларатурная сопрано. В фильме поют своими голосами. Ведущая концерта, заслуженная артистка России Рената Литвинова.
Мы знаем теперь, что все цивилизации смертны. Мы слыхали о лицах, которые исчезли бесследно. Мы слыхали об империях, которые пошли ко дну со всем своим человечеством и техникой. В непроницаемую глубь столетий ушли эти цивилизации со всеми своими божествами и законами, со своими науками и академиками. Исчезли языки и грамматики, словари и классики, а с ними поэты и романтики, критики и критики критиков. Все исчезает. Мы их едва видим сквозь большую глубину, которая называется история. Мы видим призраки огромных судов, которые сели на дно. Но мы также видим, что бездна истории вместительна для всех. Мы чувствуем, что цивилизация наша очень хрупкая, такая же хрупкая, как жизнь. Совсем немного нужно разных обстоятельств, чтобы что-то исчезло. Это непостижимо, но возможно. Вдруг исчезло. Можно этому поверить. Стоит только включить радио. Ты почему опоздала, сучка? Я выделила среди поющих у костра молодую певицу и позвала ее в гости в четверг. У меня не было денег на такси. Потом, когда я шла по пустырю, за мной погналась собака. Бежать было трудно. Потом появились две собаки. Мы чувствуем, что цивилизация наша очень хрупкая, такая же хрупкая, как жизнь. Совсем немного нужно, чтобы что-то исчезло. Тогда я спросил ее, почему ты не выходишь замуж? Она мне, у меня своя собака есть. Я говорю, ну и что? А она отвечает, собака мне никогда не изменит. А я ей, ты должна думать о вокале. Благополучие будет растворяться в пении, как сахар в сиропе. Тебе обязательно нужно выйти замуж. Нужно, чтобы муж был состоятельным человеком, и ты должна отсасывать у него кровь. Но мужчина изнашивается от такого отношения. А я ей, опера и балет – это искусство царей, императоров и больших коммунистов. Да, неблагополучие – компонент хорошего артиста. Но оно должно быть внутри, а снаружи сплошное благополучие. Сейчас переоденемся, и ты споешь для меня. Вот полушубок, валенки и посох странника. Глинка. Иван Сусанин. Ария Ваня из оперы «Иван Сусанин». Дауле пин
Благополучие и хорошее воспитание параллельны. К примеру, если ты пьешь чай, обязательно вынь серебряную ложку из чашки и положи рядом на блюдце. Ложка ведь воткнется тебе в щеку, если не убрать ее. А это неудобно и некрасиво. И вот еще. Носовой платок всегда должен быть под рукой. И ни в коем случае он не должен быть сложенным. Это дурной тон, когда сложен. А платок должен быть скомкан. Вынул ты этот комок из редикюля или из муфты, и он уже готов, как раскрытый парашют. И ты кладешь его рядом на рояль и поешь. Наивные и молодые думают, что черти странствуют с рогами, а дураки гремят погремушками. Они-то и будут всегда их добычей. Знай, что черти запрячут свои рога, и ты не будешь знать про их ятаганы. При видимой дружбе люди будут поступать с тобой, как луна. Будут показывать тебе только одну сторону, и перед тобой маска. Злые надевают ее всякий раз, когда им нужно произвести впечатление. И ты не видишь обратной стороны луны. Жизнь учит остерегаться. Но луна все же прекрасна. Погляди. Фильм-концерт. Вокальные параллели. Народная артистка СССР Роза Джаманова. Ha ha ha!
Эй, жолдан артырында, рамшет тартынап кетеміз. Эй, чук, чук. Что в тебе хорошего? Ты чувствуешь боль? А я нет. Вот смотри. Вот видишь, мне так больно внутри, что я уже не чувствую боль снаружи. А мне больно. А ты чувствуешь? Кровь. А ты испачкалась. Ничего, ничего. Пучини. Чио-чио-сан. Верди поставил проблемы в своем веке. Верди поставил проблемы. Но многие научились поднимать картонные гири. Холмы и горы преодолевают немногие. И, наверное, нужно получить свои 400 ударов, чтобы быть на высоте. Thank you.
Это тебе. Герой ищет катастрофу. Без катастрофы герой невозможен. Цезарь ищет Брута, Наполеон – святую Елену, Ахиллес находит свою пету, Наполеон – свой остров смерти. Жанне д'Арк нужен костер, бабочке – пламя. Таков закон героического. Одно сопрано ненавидит другое сопрано. Одно сопрано ненавидит и меццо-сопрано. А меццо-сопрано ненавидит и другое сопрано, и меццо-сопрано, и вообще всех. Одна балерина мечтает о смерти другой балерины. Вот вы видите лошадей Пржевальского. Здесь у нас осталось всего 8 штук. Их съели люди. Остальные ушли в Китай. Одно сопрано и меццо-сопрано ненавидит другое сопрано. В мире их осталось всего 215 штук. Я имею в виду лошадей. Сопрано как собак нерезанных, а меццо-сопрано наперечет. Я отдыхала с одной буряткой сопрано на море. Там так страшно было. Идем вечером по аллее после концерта, а мужчины местные прямо из кустов выступают на свет и маниакально так шепчут: «Мир, дружба». А сами все маленького роста, глаза горят. Так с этой буряткой невозможно было убежать от них. У нее был такой маленький размер ноги, 31-й, а тело большое. Вот мы бежим от них, а она все время падает. 5 метров пробежит, опять падает, попой вверх. Так интимно, эротично, как заигрывает. Я спросила сопрано, а что она думает о меццо-сопрано? Однажды меццо-сопрано пела в оркестре с московским дирижером и не уложилась в ноты. Он рассердился и говорит ей: «Вам нужно научиться считать такт». Она вспыхнула гневом и отвечает: «А твоя жена проститутка». Пуччини. Флория Тоска. Исполняет Джаманова. Oh.
Кушать подано. Если бы эти яхонты и серебро были настоящие, можно было купить коня или полцарства. Только голос не купишь. Шуман. «Жизнь и любовь женщины» исполняет Араксия Давтян.
суворовцы читают на казахском языке стихи Шамисо из цикла «Жизнь и любовь женщины». Продолжение наших недостатков – наше достоинство. В Советском Союзе после войны почти в каждой семье военнослужащего было трофейное пианино, и мальчики могли играть этюды Черни. Йоганнес Брамс. Сапфическая песня. Исполняет Эрик Курмангали.
Бибигуль Тулигенова, народная артистка Советского Союза. Верди. Травиата. Исполняет. Сейчас. Верди. Верди. Травиата. Исполняет Бибигуль Тулигенова.
жизнью, заброшенный среди многолюдной и равнодушной толпы. Мне ли счастье ждать, желать напрасно? Веселье, векшенное веселье. Вот мой день земной. Нет ничего более личностного, более органичного, как питаться другими. Так устроено искусство. Но нужно хорошо или правильно переваривать. Лев весь состоит из переваренной баранины. Семирамида. Исполняют Араксия Давтян и Эрик Курмангали. Oh!
Плохие стены здесь у вас. Почему плохие? Хорошие. Петь-то тут хорошо, эхо. Но эти стены не впитывают пули. Пули? Да, пули. Есть хорошие стены. Если пуля в них попадет, то так там и останется. А есть вот такие плохие, как здесь. И если вдруг выстрелить, то пуля, ударившаяся о стену, не впитается, а будет отражаться и летать по всей комнате от стены к стене, пока кто-то из живых не поймает пулю телом. Поймать пулю телом? Да. Когда подростки плюют на тротуар, плюют на лестнице и плюют везде, кажется, это от избытка энергии. Они все в прыщах и плюют на все тротуары. Это неприятно. Но когда плюют взрослые мужчины, это значит, что они не могли себя реализовать. Неприятно очень. Но вы-то плюнуть не можете. А ведь то же самое. Я поняла, вам некому петь. Я поняла, почему не прилипают к вам мужчины и деньги. Вы неудачница. Неудачница.
Боснан Берни Синдер Кнельсингер. А ведь это из-за вас все. Такие заразные. Синдер. Ведь вы же и убить можете. Сотресингер, Ханширсингер. Да вы же преступницы. Не буду я тут так жить. Сколько времени я здесь? Я ни разу супа горячего с вами не съел. Маму давно не видел. Боже, я маму давно не видела. Из-за вас. Заразные. Заразные, ненавижу. Ненавижу. Заразные. Ненавижу. 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 Заразные. В мире все продается и покупается, или завоевывается. Английская королева не то, что за полцарства голос не купит, а и за все царство. Это дар Божий, красота и голос. Но красоту сейчас можно воспроизвести. Способы нашлись. Но голос невозможен. Никогда. Прощайте, призраки. Роман с Лизой и Полиной из оперы Чайковского «Пиковая дама» исполняют Араксий Довтян и Эрик Курмангали. Прощайте, призраки. Некая смута царит еще, но вскоре все прояснится, и мы увидим явленное чудо, законченный и совершенный муравейник. Черти с рогами не дремлют. Ну что за мир? Львы, ягуары, гепарды и леопарды, тигры и орлы скоро исчезнут с нашей земли. И все по нашей вине. Мы дурные существа. В следующий раз давайте говорить только о хорошей музыке. Это никогда не вызывает депрессии. Концерт окончен. Какая странная женщина. Все бросает цветы в пропасть. А мы каждый раз должны поднимать цветы наверх. Ничего не платят. Надоело. Надоело.